У меня нет никаких иллюзий. Я сам цестовал 40 лет по свету. Я 40 лет путешествовал по миру. Я вижу, что вы есть великая земля. Я знаю, что вы большая страна. И мы малая земля. А мы маленькая страна. А же в том это на раздел. И знаю, что в этом разница. Мы с там малая земля между великими землями. Мы маленькая страна посреди больших стран. Мы с были целую историю дети. Всю историю нас били. А на несчастье мы большинство часу полезали. И, к несчастью, большую часть нашей жизни мы сгибали спину. Вы великая земля. Вы большая страна. А сегодня? Вас много. А вы себя ховали. И вы вели себя иначе. Tato výstava byla ta výstava jde po světě a byla v Nové Zélandii. Эта выставка ездит по миру, была она во многих странах. Люди се на ту výstavu dívají různýma očima. И люди на эту выставку смотрят разными глазами. Pravděpodobně v Japonsku, kde byla před 3 měsíci. И вероятно в Японии, где она была 3 месяца назад. Se oni dívají jinak na ní. Они иначе смотрят на эту выставку. Než v Praze. Чем мы здесь и чем мы в Праге. Японцы не были оккупированы, но были оккупанты. Японцев не оккупировали, японцы были оккупантами. Praze, když jsem dělal tu výstavu v Praze, и когда я делал эту выставку в Праге, так jsem chtěl lidem připomenout, я хотел напомнить людям, že jedno в истории, что однажды в истории, Československé historie. Československé historie. Kdy naše národy, Češi a Slováci. Naše národy, Češi a Slováci. Když jsme se chovali správně. Vedli se tak správně. Tak jak jsme se chovat měli. Tak jak my должны byli себя вести. A že bychom to neměli zapomenout. И что мы не должны это забывать. A že bychom také měli udělat všechno. И что мы должны сделать все. Abychom nikdy už v budoucnosti nebyli. Чтобы нас уже в будущем никогда больше не оккупировали. Если мам мяте обжани. Если у меня есть какое-то желание. А потом мам, только похиби. А у меня очень велики сомнения, что такое желание может быть выполнено. Просто же видели, что велика земля. Потому что вы ведь большая страна. А что же при 43 лет в Чехословакии стало? И то, что случилось 43 года назад в Чехословакии. Это мала удалось, которая вас вовсе не занимает. Это такое маленькое событие, которое для вас вообще не интересно. Vy máte mnoho, měli jste historii, máte a budete mít mnoho dalších a pravděpodobně větších problémů. U vás v historii byli, jestli budou bolší i гораздо более многочисленные проблемы. Takže, jestli mám nějaké přání, поэтому, если у меня есть какое-то желание, снова опакуй, я еще раз повторю, что nevím, jestli se mě splní. Что не знаю, может ли оно быть исполнено. Aby ti mladí lidé. Но это желание, чтобы молодые люди. Kteří jsou současní nebo vojáci, nebo budoucí vojáci. Которые сейчас солдаты или будут солдатами. Aby se tváří těch vašich vojáků, kteří v 68. roce přišli do Prahy. Чтобы они в лицах тех солдат, тех ваших солдат, кто пришел в 68 году в Прагу. Aby poznali svoje tváře. Узнали свои лица. Nebo tváře jejich otců. Или лица своих отцов. Nebo jejich dědů. Или дедов. A když se na ně dívají. И когда они смотрят на эти лица. Když vidí jejich zmatené tváře. Когда видят, в каком они смятении. A když si uvědomí, že ti mladé lidé tam vůbec nechtěli být. Чтобы они осознали, что эти молодые люди совсем не хотели там оказаться. Že byli manipulováni do jisté situace, do které nechtěli být. Что манипуляциями они были приведены в некую ситуацию, в которой они вовсе не хотели быть. Чтобы они осознали. Aby делали všechno, и чтобы они сделали все. Aby в budoucnosti se nikdy до подобной ситуации не достали. Чтобы никогда в будущем не оказаться в такой же ситуации. Как сам так? Я уже сказал. Я бы был рад. Что я был бы рад. Aby naše národy, Češi a Slováci, чтобы наши народы, Чехи и Словакия, nikdy nebyli okupovaní, никогда не были оккупированы. A já bych si přál, и я бы желал, aby velký ruský národ, чтобы большой народ России, nikdy v historii se nestal znova národem. Никогда в истории больше не становился народом оккупантом. Děkuji vám. Спасибо вам.
вас Богом. Я рождение 30-го года. Иногда бывает, это младшего
такое растерянное лицо, когда ему урод. Уж не знает. Неловко, он воспитанный мальчик. Ну, так сказать, он врет. А вот глаза выражают именно этот посыл. Самое интересное, наверное, началось после. 6 лет я уклонялся от того, чтобы быть посланным в Чехословакию и продемонстрировать солидарность интеллигенции этой страны. Другие, гораздо более почтенные люди не удержались, не поехали. Дмитрий Ильич Шостакович, и Гоголь, Тарсановых, и другие, а я как-то так, знаете, как Микоян, между строй, много кино, поэтому было понятно мотивация. Ну, куда уехать? Надо, да? Но тем не менее, но это было потом. Может быть, самое интересное еще надо сказать вам. 68-й год, Франкфурт, август. Я лежал привилегированным. На что меня туда положили, не знаю, я еще был достаточно молод, но там давали уже еду хорошую. В Лодкинской больнице там даже на Андрея Нормата лежал. Ну вот, но пришла жена, у меня жена была такой маленькой, миниатюрной, ясной женщиной, первая жена, и сказала, что делать, они вот кто-нибудь говорят, что ты должен протестовать, имелись в виду ребята там оставшиеся из нашего соубора. Ну, детей у меня было двое, я был в это время секретарем парт-организации. Сами понимаете, ситуация была щекотливая. Я думаю, ну отлежусь еще. Приходит через 4 дня и говорит, все, они присылают твои подарки.